сидение? Не, мне очень понравилось. Знаешь, из этого Gravity Falls треугольник. Неплохо. На тебе грибы растут. Листы себе не надо, мы потом все, их не выпутаем. Посмотри уже, что на голове. Всем привет, ребята, вы на канале Бесселис. И сегодня у нас челлендж. Мы будем делать вот такие вот игрушечки по заданиям. Вот у нас тут бумажечки. Алиса, веди сама. Но для начала мы хотим сказать огромное спасибо нашим подписчикам. Их уже у нас на сегодняшнее утро было 119. Сейчас, да, вечер, не смотрели, не знаем. Вот, что, Алис, еще мы хотим сказать... Передать привет, да, одной из наших подписчиц. Ангелиночка, тебе я передаю привет, как ты и просила. Да, мы передаем привет нашей подписчице Ангелине Асоновой. И наша просьба, подписывайтесь на ее канал. У нее очень интересные, смешные видео. Да, я уже посмотрела. Алиска уже посмотрела, да. Ссылочку мы оставим в описании. Идите обязательно к ней в гости. Да, мы оставим ссылочку в описании. Переходите и смотрите. Ну а мы начинаем? Да. Ура! У нас есть коробочка бунчем что-то там. Ох, сколько силы нужно. Вот, это такие липучки, из которых делают разные игрушки. Да! Мы решили сделать по этому поводу челлендж. Вот здесь бумажечки с заданиями. Да, то есть, слушайте меня тоже, пока открываете коробочку. Значит, ваша задача, достаем... Вместе, не по очереди, вместе по бумажечке отсюда. И одновременно начинаем делать фигурки, ну, задания. Ух ты, какие они красивые. И тут еще... Ничего себе, тут что там, носы, рты, глаза, даже ножки. Круто, открывайте все. А если не хватает там для фигурки еще? Ну, как-то старайтесь, чтобы хватило. В общем, ваша задача сделать фигурку. Мы не на время играем, мы просто делаем фигурку максимально похожей. И, соответственно, второй игрок угадывает, что сделал первый. Вот, ну, кто угадал, тот молодец. А чью фигурку угадали, тот получает балл. Окей? Давай, надо... Алиска, ты поняла? Я зеленую весну. Ага. Готово. Не показывай. Сама прочитай. Ой, что тут есть? Да, не показывайте ни нам, зрителям, ни... Ой, шапочка какая, ни друг дружке. Вот. Можно начинать? Да, можно начинать. У нас не на скорость, не на время. У нас просто на качество. Пожалуйста. Хорошо, давай, я уберу. Зрители тоже угадывайте. Кто угадал, ставим плюсик в комментариях. И, собственно, их пишем. Говорим, кто чего там мастерил. И, кстати, напишите в комментариях, кто уже делал такие игрушки из вот этих бунчев. Там-там-там. И напишите мне, как правильно произносится это название. Ну что, мы стартанули. Папа что-то делает, Алиска что-то делает. Ой, какая прелесть. Смотри, какой желтенький кружочек. Они колючие? Да, они колючие. Ну, на самом деле, надо, чтобы, вот, чтобы они хорошо лепились, надо, короче, еще... Ой, у тебя сливается со скатерти. И центр, в общем. А это крылья, смотрите, какие. Так тут прям можно таких человечков мастерить классных. Ой, ножки тоже. Класс. А звездочка это для чего? Там у кого-то во лбу звезда горит. Так, ну эти штучки, я не знала, что они там есть в комплекте, но их тоже можно использовать. Отцеплять их, наверное, можно. Так, мастерят. А у меня розовые закончились. А у меня желтенький. А розовый это прям вот, ну, часть задания? Надо, у меня, да, желтенький. Ну нет, не часть задания. У меня желтенький, можно другим начать? Конечно. Спасибо. Конечно, делаем. Берем, что необходимо. У меня готово. Ничего, что. Так, ну ты не поднимай тогда, чтобы не рассыпалось. Сейчас папа доделает, будете угадывать. Зрители, как вы думаете, что это? Может быть, ты парочку, может быть, ты парочку уберешь, чтобы было более похоже?
Можно его вообще просто кругленьким сделать. Мне кажется, я знаю, что это такое. Ладно. Так, ну пока папа просто доделает, у тебя есть возможность что-то подправить. Ну. А что у папы? Прикольная залипуха. Прикольная залипуха. Не, если честно, у Алисы я поняла, что, а у папы не знаю пока. Хотя сама писала. Что ты там делаешь? Глазки! Как это? Прилепилась? А как их туда лепить-то вообще? Может, их в дырочки, да, я тебе помогу? Да, я там дырочку пихаю. О, сидят. Вот так. Смотрите, какая классная штука. Папа, как ты думаешь, что это? Это солнышко. Да, папа, молодец, ты угадал. Алиска, тебе 1 балл. Ты уже ведешь, ура-ура. Алиска, 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 Алиска. Я как-то вот так вот и оставлю. Так. Папа, это с твоей стороны надо смотреть. Да. Давайте я вам вот так покажу. Да. Все, я догадалась, что это. Это котик. Это какой-то котик с огромной улыбкой. Ну, я как-то поэкспериментировал. Ну, Алиска, это думаешь, это котик? Папа, это котик? Mm-hmm. Нет? Алисенька, подумай еще. Это коляска. Кто? Коляска. Коляска с ртом и глазами. Я же солнышко сделала. Я же... Ну, подумай. Похоже, на самом деле. Посмотри, вот как... Собачка. Ну, в общем, Алиска не угадала, наверное, ты неправильно сделал. Давай 1-0, да? Алис, 1-0, ты не будешь больше угадывать? Вариантов больше нет? Mm-mm. Папа, что это? Это рыба. Алис, похоже? Нет? Нет, не похоже. Давай дальше. Ну что, у нас 1-0, Алиска ведет. Я достаю. Тащим бумажки. Вот я вот такого возьму. Так, какой стороной? Этой. О, я не прилетела. Ой, что я пошел. Алисонька, ты поняла, что там написано? Папа, не подсматривай. Я не подсматриваю, я смотрю себе. Поняла? Что ты там угораешь? Так. Я подсмотрю, что там написано. Вам, зрители, не покажу. А я знаю, что делает Алиска. Интересно, поймет ли папа. А вот что делает папа, непонятно. О, я знаю, как по-другому. Интересно, поймет ли Алиска. Я готова. Нет, у тебя вторая часть какая-то не такая, как первая. Ну, она немножко слепилась у меня. Давай вот так вот отлепим. Папа, ты тоже готов? А ты еще одну прилепи вот сюда штучку. Ага, хорошо. И она будет кругляшочком. Во, смотри, вот. Так. Это какой-то браслет, наверное. Нет, папа, смотри внимательнее. Класс. Друзья, вы догадались, что это? Можно догадаться, честно, можно. Посередине... Это украшение какое-то? Нет. Не украшение. Это что-то вкусное, это едят, выпечка? Нет, это не выпечка. Ну это вкусно же, это едят. Да, но это едят, но это не выпечка. Это не выпечка. Мама посмотрела, поэтому она знает, что это похоже. Это клетка или что? Конфетка, это конфетка. Котлетка, конфетка. Молодец! Ура, Алиски! Засчитаем 2 балл. Давайте половинку. Папа не сразу все-таки догадался, да? Давай, 1.5 балла. Алис, а что у папы? Папа, катапульта. Почему катапульта? Давайте посмотрим. Не, у папы очень похоже. Я знаю, что это такое. Алис, посмотри внимательно. Это цветочек. Да! Ура! 1.5 балла на 1! Молодцы! Алисонька ведет всего на 0.5 балла. У нас 4 раунда, осталось 2, ребят, давайте. Пока у нас Алисенька немножечко ведет чуть-чуть.
Ну, папа молодец. Смотри, с цветочком как постарался. А то рыбка, вот видишь, была не очень. Что? Алис, поняла задание? Ага. Вся природа на мне. Такой тоненький-то намечек такой. Вся природа на мне. Алиски готова. Опять глазки. А что не сбоку-то? А у папы что-то длинное? Белого цвета. Гусеница какая-то. Папа, что как это? Вы думаете, что это? Что это у Алисы такое симпатичное? Черненькое. Папа, что это? Паучок. Нет, у него же нет лапок. Смотрите, монстряшка, глаза отвалились. О, папа, у тебя готово? Или ты ротик добавишь? Это не жираф. Посмотрите, какая классная. Котик! Да. Это кот. Папа. А, это кот? Я думала, это пес. Котик! У папы угадали. 2.5. Папа, давай. Угадывай. У тебя есть 3 попытки. Давайте, чтобы по-честному было. Так, паук я называл, мочалкой называл, это не то. Кого, мочалка? Да. Почему мочалка? А что она обязательно черная? Это точно черная, да? Ну, оно такое темное-темное. Клякс это не клякса. Я говорю. Вот клякса, я не мочалка говорю, клякса. Мочалка. Черная, черная. Алиса, покажи, что она делает. Нет, ну. Нет, ты этой штукой покажи, что она делает вот так. Привидение? Облачко. Да, туда, в ту сторону. Тучка. Да. Ну, опять 0.5 засчитываем. Итого у нас счет 2-2. Ребят, идете нос к носу. Остался последний раунд. У нас, кстати, такая тарелочка свинка Пеппа. Уже пустая. О. Ой. Мне зеленый нужен. Так. На-на-на-на-на. А что здесь за книжечка? Ребята, так тут прям все нарисовано, как что можно сделать, а вы не использовали. Так, а что тут у нас есть? Что тут у нас есть? Ну, цветочки. Вот у папы был цветочек. Похож? Котик, смотри. Это же котик? Нет, это не котик. Рыбка! Ха-ха-ха! Была рыбка, папа. Так ты мог вот взять инструкцию и по ней сейчас как все быстренько сделать. Ну что, Алиска, ты твой шедевр готов? Посмотрите, какая прелесть получилась. Нос немножко, правда, потеребил глаз. Папа, что это? Мне кажется, это снеговик. Нет! Нет, папа, нет! Это не снеговик? Нет. Ну тогда, может, какой-нибудь клоун? Чубрик? Ну, да, ну как бы да, только обычным словом. Кто это? Обычным словом. Я не знаю, добавь ему усики. Вот так. Усики. Это вымышленный персонаж. Да нет, ну это просто... Тебе, как сказать. Баламут. Да чё ж ты мудришь-то? Алис, кто это? Говорите уже. Ну, конечно, видишь, папа не может дядя. Угадать. Там было написано дядя. Это просто дядя. Просто человек. Молодой. Молодой.
по усам нет. И по зубам всего два зуба. Монстрик. Монстрик. Не, мне очень понравилось. Из этого Gravity Falls треугольник. Точно треугольник? Да. Алис, ну что это у папы? По-моему, очень похоже. Или ты специально? Ёлка. Да! Ура! Давай пять. Простым подсчетом было выявлено, что в этом челлендже победил кто, Алис? Папа? Папа! Да, первый раз, по-моему. Первый раз победил папа. В подарок папа получает пакетик, уборку на столе и тарелочку свинка Пеппа. Так, ну вот такой у нас получился веселый челлендж. Прикольные штуки, Алис, тебе нравятся эти игрушки? Да? Да, крутые. Папа, тебе понравились? Папа, тебе понравились? Очень. Ну все, как наиграетесь, буду мыть ими посуду. Алис, смотри, что папа делает. Он делает ежика. Неплохо. На тебе грибы растут. Алис, ты себе не надо, мы потом все, их не выпутаем. Посмотри уже, что на голове. Ай-яй-яй, папа показал дурной пример. Алиска, давай прощаться. Что у тебя на голове? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Всех со старым Новым годом! Да! Да! Пока-пока! Пока-пока!